Всем доброго времени суток, дорогие друзья. С вами Нелапси. Мы продолжаем проходить метро. Части серии метро, да. Так как у нас вот буквально... сколько? 8 часов назад вышла новая часть метро. Метро Exodus, которую мы все давно ждали. Надеялись и верили в нее. Вот. В настройках я немного пошаманил, не знаю, будем смотреть, что там со звуком, как уже в игре будем разбираться. Давай начнем, посмотрим, что и как. Ну а тем, кто будет это смотреть в повторе, всем приятного аппетита и приятного просмотра. Поехали. Играть мы будем на сложности, давай, нормал. Хорошо. Я еще помню жизнь до войны. Помню, что когда-то мы были другими. Мы жили там, наверху. Мы были хозяевами всей земли. Мы возводили огромные города из стекла и стали. Мы бороздили океаны. Мы подчинили себе небеса. Нас было 7 миллиардов. Мы не были предназначены для жизни в пещерах. Я был рожден, чтобы дышать свежим воздухом. И я это помню. Печально, конечно. Война, все это. Все миллиарды сгинули в последней войне. От них осталось всего 50 тысяч человек, укрывшихся под землей, поверхность которой была отравлена, сожжена и кишила чудовищами. Может быть, радиация наверху когда-нибудь ослабеет. И наши внуки, или внуки наших внуков смогут вернуться туда. По крайней мере, мои названные братья, бойцы нашего ордена, в это верят. В общем, надеяться нам сразу было не на что. Но мы, люди, просто не умеем сдаваться. И не сдались. А собрались силами и попытались превратить метро в настоящий дом. Дом для нас всех. Ведь эти туннели... вполне могли оказаться последним пригодным для жизни местом на Земле. Какое-то время нам казалось, что все получится. Но, к сожалению, война не убила наших старых привычек. Показаны моменты из метро Last Light. Во тьме туннелей наши пороки разрастались, как плесень. И когда с поверхности пришла беда, лишь немногие встали на ее пути. И с каждым днем их становилось все меньше. Оля какие. Но я помню, что мы были рождены для другой жизни. И не согласен умирать под землей. Пусть правильно. Меня считают идиотом. Но если остался еще хоть осколок того старого мира наверху, я должен его найти. Между годами серого существования и мигом надежды я выбираю надежду. Я должен поймать сигнал. Блин, я, наверное, в этой игре не перестану поражаться, серьезно. Хоть это всего лишь и заставка, но даже тут это было очень красиво. Thank you.
Так. Угу, летают демоны. Мне вот единственное, что интересно, черные вернутся. Потому что, как мы поняли, в Last Light они ушли. Будет довольно интересно об этом узнать. Аля какие. Радиация бьет. Неаккуратный-то. Так, тропачок у нас уже тут. Отлично. Ага. Так, давай сразу же тогда. Игра, так. Геймпад, нет, 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 нет. Все не то, подожди. А где у нас? Специальная возможность управления. Мышь, давай побольше, наверное, вот так тут сделаем. Даже вот так. Посмотрим. Но, в принципе, нормально. Так, хорошо. Фонарик есть. Отлично. Так, это у нас дробовичок, правильно? Правильно, побежали, ладно. О, рычит уже там. Дружище, ну сорян, блин. Смотри, сколько тут людей, блин. Жесть. Обидно, конечно. Так. Давай, там. Угу. Давай пожалею паутину. Угу. Отлично. Вроде только недавно играли, а что-то уже подзабыл немного управления. Угу. Так, походу они что-то с прыжками намудрили. Странно, у него прыжок какой-то. Тихо там, слышишь? Их. Так, путь наверх, ага. Ага. Хорошо. Так, патрончики. Отлично. Тебе это уже не пригодится. А вот мне в самый раз. Пам-пам. Привет, Лоцентов. Все-таки, блин, я реально... Я не представляю, что когда-то... Вот так... Не могу, не знаю, представить то, что когда-то это будет прям нормальной графикой. То есть прям привычный, чтобы, знаешь, никто не удивлялся этому. Ой, подожди. Ай. Блин, аж... Мурашки по коже пробежали. Так, на поезде у нас кто-то ходит. Хорошо. Ну, тихо там. Ля, мне уже нравится.
Так, блин, я говорю, мне только на предпоказе этой игры уже понравилась она. Хотя, я опять же говорю, я типа никогда не был фанатом серии игр Метро, Сталкер и так далее и тому подобное, вот таких просто апокалиптических. Но это типа... То, что я прошел Метро 2033 Last Light, дали как бы знать о себя. Ага, тут у нас ничего, окей. Как бы проверяем все, потому что, знаем мы, разрабов, они любят прятать вещи всякие. Поэтому как бы осматриваем тут желательно все. Не надо мне тут паучков на моем комбинезончике новом. Эй. Ненавижу пауков. Не знаю, правда. Твою мать! Сючка. Так, подожди. Сейчас, походу, начнется мясо, да? Нет? Нет, да? Ой, жесть. Мне вот на самом деле, типа, тут еще много чего интересного по... Ну, вот, Метро, все, типа... Говорили то, что эта серия, ну, вот именно эта часть игры будет вроде как с открытым миром. Будет интересно посмотреть на это. Ну, давай. Привет. Ой, а что-то громко. Так, ну-ка. Чатик, вам громко это сейчас было? Звук. Звук, звук, звук. Громкость звука. Да, вот так. Себе. Если что, я вам потом добавлю тогда. Ну, такое. То есть... Ну, меня он не перекрикивает, правильно? А ну, кыш. Так, дневничок. Новая заметка. Замечательно. Патроны максимум. Хорошо. И тут у нас что? Ничего. Угу. Так, двое. Понял. Отходим. Come to me, my little friends. Пам, ёпт. Подходи. Не стесняйся. До свидания. Ну, все, жду пиратку. Ну, жди. Что я тебе могу еще сказать? Не, вот я считаю, типа, вот, вот именно вот такие игры надо прям поддерживать. Конечно, не очень получился тот момент... который получился с эпиком и Steam. Так, слушаем. Отстрел. Ну, походу, не вышло. Сашка ушел. Угу. Волной поперли, весь туннель забит. Под конец гранатами, ножами. Потом Михалыч рванул баллоны. Опять его. Все, пошел. Блин, мужик, соболезную. Тут, конечно, обидно. Ну а что поделать? Это постапокалипсис. Тут типа... Либо ты, либо тебя. Угу. Мужики, мужики, хорошо. Блин, фонарик тут, конечно, слабенький какой-то.
Но, блин, более похож, более-менее похож на реальный. Так. Угу. Хорошо. Ч-ч-ч-ч-ч-ч. И вот, давай вот эту свою чик-чик-чик убирать от меня подальше. Паукан маленький. Фу-фу-фу. Так, отлично. Что у нас тут интересного? Хочешь сказать, сюда нельзя забраться? Вот, ну не надо. Сучка, ладно. Хорошо. Погнали тогда дальше, без проблем. Ёп твою бог душу. Крути, 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 крути. Хорош. Ножом, ножом его. Правильно. Если я не ошибаюсь, этот момент был сделан... Точнее, из этого момента была сделана фигурка в коллекционке. Единственное, я не помню точно какой. Типа там их, потому что две будут. Так. Хорош, парни, хорош. Тупо засейвили. Конечно, Артём. Артём, какого хрена? В смысле? Ранен! Артём, держись, дружище. Его, считай, помяли только. Так, подожди, а кто такой князь? Возвращаюсь. Всем внимание. У Last Light он разве был? Князь. Чё ты, начальник? Ночь на станции. Но врачам я сказал, понял, уходили, понял, так что... Ждут. Вперёд! Да в смысле, эй? Он же нас спасал. Подожди, куда дальше-то? Налево, через площадь. Дамир, как считаешь? Все, погнали. В курсе, чем Артём тут занимается? Чем я тут не занимаюсь? Сам у него спроси. Он с кольца на связь выходил. Завтра будет тут. Откуда взяла? Если света сейчас включили. Эй, а ну отстаньте от него. Я сам убил из рогатки. Брось, Дамир. Пусть учится защищаться. В метро слабакам не выжить. Охрана, подъем. Держись, Тёма. Сейчас мы держусь, держусь, парня. Спартанской крови. Так. По идее, вот тут должен начинаться жизнь. О, Анька. Анька? Анюта, ты ли это? Артём. Да, Анька. Проснулся наконец-то. Доктор сказал, все будет хорошо. Ля, какая красивая стала, а? Ты меня окончательно сосвету жить решил. А что, если ты в следующий раз не вернешься? Нормально все будет. Ты пойми, нет там никого. Некого искать, не с кем говорить. Неужели ты думаешь, они бы за столько лет не объявились? Неужели ты думаешь? Думаешь? Ну, ребят, говорили. Ну как так-то, блин? Смирись ты, наконец. Выжили только. А-а-а, такой фейл, а. Здравствуй, Саныч. Все, не успокоишься никак. Тихо-тихо, Мельник, тихо. Сколько я тебе уже говорил, о себе не думаешь, это ладно, твое дело. Хоть убейся из-за фантазий своих, но ты о ней думал, она же тебя, дурака, любит. Папа, не надо. А, погоди. Ты из ордена ушел ради этого. И я тебя тогда понял, хотя после Д6 людей жуть как не хватает. Но теперь завязывай с этими походами. Есть метро и точка. Больше никого. Да все, все и тихо. Метро нужно защищать, понял? Тихо, мужик. Потому что если не мы, то кто? Вах-вах, я все. А, ты, я вижу, уже в норме. Собирайся помаленьку. Как будешь готов, обсудим ваш переезд в полис.
Пойдем, надо поговорить. Подожди, я вот не помню, в Ластасисе же он тоже, да, говорил? Ну, точнее, говорили об этом, то, что он его, он ее отец. Ладно? Ну, скоро увидимся. Нет, не в последний. Артём, мы вас опять вытянули с того света, но... Благодарю. Люди отдают вам свою кровь, которой может не хватить раненым, а вы постоянно приносите ее сверху радиоактивной. Несправедливо как-то, не считаете? Скажу прямо. Я не гарантирую, что смогу вытянуть еще раз, понимаете? Ну, значит, все. Значит, больше не надо меня спасать. Так. Не, ну как бы после такой графики, после таких вставок, как бы шишка точно встала. Угу. Да, молодцы. Здоровяки не такие. Честно говоря, уж не... Так, свет, окей. Да уж. Только вот на поверхность слишком часто ходят. Волос знакомый. Да, Артём. Вам бы поберечься, не рисковать зря. Да ладно, мужики, еще вы. Есть выжившие, нам они не помогут. Стоит ли вообще пытаться налаживать с ними связь? Тем более, что вскоре... Тут я, если что, буду... Сигналы принимали сейчас часто, а вот сейчас... Это вас ни на какие мысли не наводит. Хотя, поступайте, как знаете. Это ваша жизнь. По возможности я буду максимально все слушать. Да уж. Так, ну а это они уже говорили. Окей. Здорово, парниш. Дядя Артём, а чё? Я вам верю. Вы насчёт? Возьмите меня с собой. Пожалуйста, когда найдете, где это? Не могу, малой, ты пока маленький. Вырастешь без проблем, если мама отпустит. Артём, сколько можно? В одну самого крыша поехала, так хоть и ему голову не морочь, не смей. Ему покой нужен, а он после твоих рассказов заснуть не может. Господи, прости, почему мать. Ты такой жестокий? Как ты можешь, а? Да, пока везет, переливанием в который раз отделался. Но остальные-то не... Так, получается, все? Что тогда? Вот потому они наверх выходят. Видят, что здесь внизу... Все, наверное, больше ничего не скажет. Хорошо. Хорошо. Так, ну как бы сорян, я не хотел... А, Артём тут как тут. Какие люди, Артём! Здоров, как бы! Здорово, пацаны. Тёмыч, как ты, дорогой? Вот Дамира тоже не помню. Ну, сейчас устроим. Алёшу. Кто это? Ещё пяток шрамов, и ты будешь неотразим в каждой луже. Как там, господи, сестрички? Ну, ты как всегда. Да хватит вам, оставьте парня в покое. Брат. С возвращением, Артём. Ладно, все, разошлись. Даю вам 2 часа на все про все. Ура! Фу, таким быть. Ну блин, ну извините. А у меня как раз с собой было. Я вообще не знаю, кто эти мужики, вот, серьезно. Держись, Артём! Держусь. Так, неделю спустя. Ага. А, ну неделю спустя он, конечно, уже на улице опять. А, понятно. Ну что? Опять тишина? А, уже с Анькой. Лично я, Артём, слышу тут только одно, когда дозиметр щелкает. Да, дозиметр это да. Так, демона. Да еще этого, красавцы. Летают там, каркают. Родной, пойдем домой, а? Артём, думаешь, я бы не все так просто. Где-нибудь на берегу океана или в лесу? Только толку от таких мечтаний, когда мир молчит. Молчит, Артём, потому что умер. Ну, Ань, ну, нет, не накаляй обстановку. Серьезно. Итак, не в самом прекрасном мире живем. Давай. Давай быстрее. Нам лишние рентгены ни к чему. О, отец меня убьет, если узнает, что я с тобой пошла.
А если узнаешь, что мы были в закрытой зоне? Да нормально, че ты начинаешь, ну? Сейчас все чекнем. Все руины уже облазил. Почти. Видишь, как город разрушен. Так, о, лифты. О, подожди. Анька, Анька, подожди. Так. Самое мощное ПВО. Окей, я понял. Понял, принял. Обнял, поцеловал. Как бы, да. Угу. Хорошо, туда нам не попасть. Давай. А... Должны быть. Аномалия еще из первой части, которая была, я не помню, искры ее, по-моему, называли или что-то такое. Вот она тут будет. Отец квартиру обещает. Потому что если не мы, то кто? Да смысле? Квартира. Со квартира. И душ. Ой. Так, давай по одному, чтобы не завалилось. Давай, давай, давай по одному. Все, 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 все. Все нормально. Самое худшее, пожалуй, позади. Черт, слышал? Кого? Подожди. Фонарик надо накачать. Подожди, Ань. Все нормально. Анька, Анька, Анька. Далеко не отходи. Слышал, слышал. Как же все-таки громко, а? Так, ну стрельбу они вроде пофиксили. Нет. Фильтра, ага. Умнее, тварь. Давай ходу, Артём. Теперь вся округа знает, что мы здесь. Это что было? Подожди. Так, давай обыщем. 15 патронов, окей. Без проблем. Говоришь, вся округа теперь знает. Так это же замечательно. Пусть знает, пусть приходит. Встретим их с распростёртыми объятиями. М? Так, отпусти меня. Аля, сколько свободных домов на Новый год? Ну, типа, да. А там уже не до Нового года. Мне кажется. Хотя, на самом деле, вот такое время отмечать праздники, это, знаешь, наверное, такое счастье. Именно удовольствие, потому что, ну, блин, хоть какой-то праздник, хоть какой-то отдых от всего этого. Да, пусть не дома, не в теплом кругу с семьей, но хоть как-то. Слышу. Так, свет давай погасим, чтобы если что. Потому что хрен знает, что они сейчас поумнели, потупели. Подожди. Отлично. Демона. Сейчас узнаем, походу. Не-не-не-не-не, не надо. Подождем, подождем. Не надо. Ждем, ждем, ждем. Все похоже. Можно идти. Тихо-тихо, подожди, 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 подожди. Хорошо, что не заметили. Здоровая была стая. Угу. Как бы мы уже прохаваны. Ну, раз тут стаи такие здоровые. Что-то я сомневаюсь, то, что это единственная причина. Мы уже прохаваны, то, что патроны, во-первых, не бесконечные, а во-вторых, если стая большая, то как бы... Да. А, чего, подожди, вы можете... Фоторежим? Аля! Давай. Подожди. Подожди.
Не знаю, хоть попробуем, что это такое. Ну, что-то такое себе, да, на самом деле. Так, подожди. F8. Еще раз. Ага. Что-то я изменений пока не вижу. Хорошо. Допустим. Давай просто вот, вот так тут сделаем, да? Режим камеры. R скрыть интерфейс. А можно как-нибудь руку... Во. Ля какой. Мощно. Так, все, погнали. Давай через мост, чтобы железку не обходить. Ну давай. Черт, высоко. Слушай, Артем, закинь меня наверх. Ой, да без проблем. Подожди, а ну тихо. Сейчас прикинь бы, блин, сдохнуть от того, что просто, знаешь, взял и снял противогаз. Тихо. Давай ты. Давай. Оля, какая вытянула. Сука, сила. Тихо. Ай, неуклюжий, Тёма, блин. Ну, будем надеяться. Да охренеть, блин. Согласна. Согласен. Подожди. Паровоз? Стоп. Паровоз? С ума сойти, паровоз! Откуда же? Серьезно? Да чё, давай обратно возвращаться. Смотри, наша из ордена. Думаешь, это Таша? Подожди. Артём, давай с ним. Что я... Ребята, вы как здесь оказались? Видели, что там едет? Видели, давайте быстрее. Главное, что, блин, мост не обвалился сейчас. Чё-то мне кажется, что это не наше. Блять, ну предсказуемо. Ну вот просто предсказуемо. Ладно. Да, Элосента, да. Разобрались бы сначала, уроды. Артём, слава богу. Это не орден, ганзовцы. Козлы. Ну и видок у тебя. Ну ничего, отец им задаст. Дочка, а что у вас тут в Москве-то вашей происходит? В смысле у вас тут в Москве? Можно подумать, вы не отсюда. Так не местные мы. Деревня наша километров 200 отсюда. Какая деревня? Вы не из Москвы? Деревня как деревня. Подожди, стоп. Пришли в Москву за отцом его. Он год как с мужиками сюда подался, и ни слуху, ни духу. А тут нас с этим схватили. То есть кроме Москвы есть, есть кто-то выживший? А чего ей не быть? Не везде, конечно. Мест гиблых много и нечисти развелось. Но живем помаленьку. Артём, ты был прав. Там правда люди живут. Мы не знали. А вот это уже интересно. Думали, мы одни спаслись. Господи, приехали. Мы теперь всему метро расскажем. Походу нет. Эй, я не поняла, вы же нас черти куда завезли? Ничего, разберутся. Противогазы хоть верните. Расстреляют? Хорош. Гера, на нахуй. Нормально, нормально все. Анька, тихо. Вот же сюки, а. Так, окей. Ну, типа... Я вряд ли умер, потому что, ну, блин, это глупо было бы в самом начале убивать главного героя. Жить да жить. Так, хорошо.
Значит, я опять, как всегда, вляпался в какую-то неприятность. И, сука, мне опять надо выживать. Дайте хоть оружие с противогазом. Считай, у меня сейчас ни противогаза, ни оружия. Еще и подстреленный. Так, плюс противогаз, хорошо. Окей. Отойду. Давай, Лацунта. Так. Значит, что у нас тут есть? Без фонарика. Понял. Угу. Смотри, сколько все работает. Кажется, вот у этого вообще ничего нет. Да что-то я сомневаюсь. Ну хорошо. О, подожди. А, все, подлезь, я понял. Ну давай, хорошо, проползем. Вот тут вот тоже, конечно, да, ничего нету. Угу. Так, подожди. Демон. А можно как-то, я не знаю. Так, аптечка. Отлично. Аптечка на Q. Так, отлично, плюс хил. Замечательно. Так, что нам делать? Подожди, то есть это не демон такой здоровый был? Я думал, это демон здоровый. Это вообще мышь какая-то. Поезд. Так, подожди. Отлично, еще одна заметка. Хорошо. Тут у нас ничего, окей. Но тут можно будет из чего укрыться, я думаю. Протереть давай. Давай протрем, без проблем. Тут окей. А, подожди, это не поезд. Или поезд. Что-то он как-то долго слишком шел. Сплиттер, ага. Так, у нас тут эти, ганзовцы. Хорошо. Так, но нам нужно еще найти оружие. Птичка у нас есть, противогаз есть, хорошо. О, ля. А вот и поезд. Походу, реально поезд ганзовцев. Хорошо. Да, потихонечку, помаленечку, чтобы не спалили. Так. Ага. Блин, вон там он есть что-нибудь, нет? Давай проверим, пофиг. Нету ничего. Окей. Так, монстрик. Здрасте. Не, мне все-таки почему-то кажется, что метро, вот именно этот Exodus, не будет с открытым миром. То есть, ну, так же будет, как Last Light 2033, типа, ты попадаешь на локацию и все, и типа, делай, что хочешь. Тихо, тихо. Побеспаливание, пожалуйста. А вот опять же интересно, почему тут нет радиации? Типа, да, помещение, но все же, типа, помещение открытое с воздухом. Сюда попадает воздух. Почему тут нет радиации? Может, после сюжетки будет он? Может быть, может быть. Блин, вот еще напрягает то, что надо, типа, постоянно нажимать Е, чтобы что-то сделать. Раньше вроде. Подожди. Надо группу послать, выход законсервировать. Ну и прибрать, что осталось. Ага. Так, хорошо. В
Внимание! Включение поворотного круга. Так, и что мне это дает? Это ваш поворотный круг. Что-то какая-то графика не актили, мне кажется, нет. Графика очень даже. Типа, у меня она сейчас хоть и не выкручена, но графика достойна. Смотри, типа, на высоких, не на ультрах? Давай, конечно, попробуем там экстрим. Но, блин, я боюсь то, что, типа, это, стрим будет лагать. Размытие, гамма. Что у нас тут еще есть? Фильтрация текстур максимально. Да, максимально. А, давай, конечно, попробуем без проблем. Ну, типа, я не обещаю, что все будет нормально со стримом. Не, слушай, даже у меня... Не-не-не-не-не, нет. С этими настройками явно нет. А, на высоких нормально. Минус ПК? Ну, не минус ПК, но... Не минус ПК, но подлагивания есть небольшие фризы. Типа, я вот сейчас повернул, когда мышка, у меня минимум 2 фреза было. Поэтому как бы нет. Ну, капитан! Капитан! Капитан, капитан, улыбнитесь. Оу. Хотя, подожди, давай, я же говорил, послушаем. Чего угодно я от старика мог ожидать, но на капитана орать, это перебор. Угу. Так. То, что нажрался, удавился бы. Дочка у него померла, а он ради нее на работу эту собачью пошел. Смерть как до расстрельной команды возить. Да ну, работа как работа. Это если совсем оскотиниться. А дед этот из прежнего времени дед, с принципами. Может, и дочка бы не померла. Так он и сидел. Только у дочки туберкулез был. Без шансов. Офигеть. А наши вылечить обещали, на том его и подловили. Он мне сам рассказывал. Сначала чисто путейцев возил, а потом на главный маршрут перекинули. Хотел сбрыкнуть, а особист ему про дочку напомнил. А теперь ему получается бояться нечего? Теперь ему получается и жить незачем. Не дай и жить нечего. Детей своих пережить. Не дай бог. Блин, ребят, ну конечно с приводом вы прям накосячили. Ладно, замяли тему. Уже сколько, 2 или 3 фейла, да, было с этим? С субтитрами? Так, спокойно, 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 спокойно. Смотри, это у нас это Дедан. И что, больше никаких. Ага. И хочешь сказать, меня не спалили? Он сейчас тупо на меня посмотрел. Нелюди. Как же так? Что же поделать? Тварь небос, страж. Человек. Спокойно, Зидан. Как вы... О, господи! Так это она про вас кричала! Живой! Живой! Вы за ней? О, Ермак! Так. Я помогу! Чем? Подожди, 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 подожди. Хоть какой-то толк с меня. Подожди, мужик. Так. Девушку отвели на допрос к начальнику так. базы. Ага. К парадному входу провести не смогу. Охраны куча, но в обход может и получится. Ага, хорошо. Идемте, только не спешите. Понял. Заметят и конец нам обоим. Стоп. Вам на свет лучше не показываться. Ну, понятно.
Давайте-ка вот как сделаем. Вы отключите щиток освещения, ага. А пока этих отвлеку. Хорошо. Отключайте свет. Сейчас, мужик. Блин, интересно, слушай. Хотя мы это делали уже и не раз, но... Так. Я спокойно все. Не вставайте, так все. Будет тише. Все, понял. Видите лестницу? Но. Тихонько подберитесь к ней. Так вот это же прям смотрит на меня. Только не высовывайтесь на свет. Я постараюсь, давай, хорошо. Держите стены. Ермак, ты что ли? Этот прям на меня палит. Так, давай, ага. Хорошо. Спокойно. Еск, маленькая мышка. Так. Придется вам его вырубить, сумеете? Только не шумите. Сумею. Ага. Понял. Эй, Ермак! Здорово. Включаю. Все нормально. Так, идемте. Как он так быстро, слушай? Погодите. Так, 5 банок. Ага. Стою. Отлично, теперь кидайте. Куда? Надеюсь, шум его отвлечет. Отлично. И нормально. Раньше вроде не было этого. Идем. Читы, ага. Иду, мужик. Проходите быстрее. Понял, все нормально. Так. Эта система вентилирует весь команд. Блин, хотел дослушать. Ну, мужик. Ну, блин. Черт. Ладно. Вентилирует весь командный комплекс. Окей, хорошо. А ну-ка ему в щи, просто в щи. По щам, правильно. Все, спокойно. Отдыхай, Артём. Тихо. Да, Анька, чё ты так орёшь-то, ну? Успокойся. Жетон Хантера выдержал пулю. А, так вот, как я остался жив. Блин, все спалил, а? Не дергайся. Идиоты! Да вам тебе по законам военного времени одного расстрела! Да ты что? Широкополосный подавитель радиочастот. Что? Кого? Слышу. Ты смотри, сколько городов. Ты понимаешь, что ты был прав? Охренеть. Там не только Россия, там весь мир, Артём. Смотри, сколько стран. Зачем? Почему вы прячете Москву от мира и мир от Москвы? Да потому что война все еще идет. А вы как дети малые. Ой, блядь, а Гергон минус телефон.
На нахрен, правильно. Скоро вся охрана здесь будет. Может, убьем его, не? Спокойно, спокойно. О, мужик. Спасибо. И ножичек. Охрана. Быстрее сюда. Вам надо пробраться через двор, вон в те двери, откуда охрана выбегает. Угу. Идемте. Кто вы? Ермак Андрей Иванович, машинист паровоза. Бегите. Главное, приберитесь в ангар. А там Бог даст вывезу вас. О, вот это хорошо. Я не знаю, внимания не обратил. Андрей Иванович, зачем вы нам помогаете? У меня была... позже расскажу, надеюсь. Да. В крайнем случае я расскажу. Берегите себя. Все, поехали. Тёма, здесь враги. Угу. Подсади меня. Давай. Видно плохо, вьюга началась. Тёма, не забывай про датчик видимости. Я помню, помню. Если не суетишься, не лезешь на свет, заметить тебя сложно, и индикатор не горит. Да. Фонарик не включай зря, могут заметить. Так, получается, мне надо идти через низ. Калаш плюс пистолет с глушителем. Хорошо. Ага. Хорошо. Так. А как-нибудь вот так. Я понял, классно. Слушай, вот прям не пофиксили то, что выстрел в голову типа не убивает. Не понял. Твою мать, а патронов-то нету. А-а-а. Тяжело. Спокойно. Все нормально. Живем. Ага, аптечка. Давай. Блин, противогаз пробили, слушай. Хорошо. Так, ну, это уже что-то новое. Хорошо, окей. Это мне уже нравится. По-тихому не получится. Окей. Кого там прижал, дурачок? Давай. Ай, молодец. Ай, умница. У, сючка. Тихо. Спокойно. До свидания. Ага. И тебе не кашлять? Так. Допустим. Пистолет есть? Нету. Обидно. Фига себе. Да я сам охранял. Анька там прям вообще, слушай, дела делает. Давай этого тоже сюда. Патроны. Патроны. Отлично. Так, подожди. Нет ничего. Подожди, что это было? Дверь. Отлично. Не открывается. Хорошо. Нахрен свет. Банки, свет, все. Так, откуда? Угу, понял. Перезаряжайся. Ну как тебе сказать, ты прижал? Не совсем ты. Можно как-нибудь... Блять, Тёма, срака толстая, выберись. Сука. Застрял, да?
Я просто не могу выбраться. А, хорошо. Хорошо, допустим. Ладно. Я понял то, что туда лучше не лезть. Окей. Потому что мы сейчас будем минут 10 там сидеть, и типа ничего нового не будет. Поехали. Так, фонарик. Понял. Ага, и сразу же включил фонарик. Блять, комнатный гений просто. Ай-яй-яй-яй, блин. Сложность патронов, вот вообще ужас. Нехватка, точнее, патронов. Так, хорошо. Спокойно, дружище. На релаксе, просто подбежал и нормально. И убежал. Головка? Нет, не попал. Выходи. Выходи, подлый трус. Я не трус, но я боюсь. Так, ладно, допустим. Опять же, возвращаемся сюда, вырубаем свет сейчас. Противогаз, отлично. Свет, нахрен. Так, под нами, получается, двое. Тут один и вон там один. Стоять, туда не прыгаем. Давай на лестницу. Все, нормально. Отлично. А как вот это вырубать? Патронов-то нет? Отлично. А, да все просчитано, что началось-то? Подожди. Можно патроны как бы? Да, вот. Супер. 20 патронов хватит. А, этого Анька уже убила. Супер. Ууу, вообще диверсия. Да, проходим новое метро. Мне вот интересно, как он это потушил? Тут он не заберется. Хорошо. Ой, получил вообще. Да. Угу. Как бы чтобы вы понимали, это модер. Это модер. Угу. Ай. Герми. Эй! Рюкзак. А, я понял, максимум. Хорошо. Хорошо, 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 хорошо. Но так ничего хорошего, там могло быть много всего. 90 патронов, окей. На пистолеты нет ничего. Нормально. Вообще супер, Ань. Просто огонь. Так, пистолеты, супер. Отлично. Сейчас найдем, не переживай. Так, ага, все нормально. Так, что у нас заметочка? Давай. Свет. Ну ладно, свет оставим, типа тут ничего такого. Ага. Че ты начинаешь заменить модера? Не, модер ты можешь и нормальный, но блин. Начинает это так. Один. Двое. Ермака схватили. Так, подожди. Артём, почему? Почему он повернулся на меня? Типа, я в него не попал. А-а-а, чёрт. Да ладно, блин. Анька, не мроси. Итак, блин, не в восторге. Называется, кидаешь баночки, блин.
кинь баночку, попади в кого-нибудь, да, чтобы тебя заметили. Ой, а в головку можно попасть? Здрасте. А, все-таки без прицела трудновато будет. Да ты что, слушай. Хорошо, давай по-другому сделаем. Дружище. Привет. Медик! Подожди, а тут нельзя типа разбивать сетью? Серьезно? Вон он, возле бочек. То есть они продумывали все, но они продумали то, что можно... Блин, подожди. Да, я что-то тупанул, надо было газ с этого маску снять. Но они не продумывали то, что можно простреливать фонари? А, нет, все, можно. Окей, значит, это я просто кривой. Понял. Хорошо. Опа, здрасте. Головушка. Так, значит, что, куда нам? Пока по жизни не приседаем так сильно. Типа, можно не использовать аптечку. Охрана сбежать не даст. Надо от них как-то избавиться. Где ты видишь? Разберитесь с охраной. Я понял, понял, понял. Сейчас разберемся. Где? Ага, понял. Так, пистолетные патроны, не забываем. Как-никак, все-таки это у нас единственное пока тихое оружие. Здрасте. Все, нормально. Ну, знаешь, это уже так, на всякий случай. С вами все в порядке? Со мной, да. Спасибо. Так, времени мало, скоро охрана вернется. Поехали, чё? Я на паровоз. Он вроде как подготовлен. Угу. Вы давайте наверх. Сёма, бежим. Включите поворотный механизм. Понял. Поехали. Ага. Давай, давай, Ань. Блин, двигай своими. Еще охрана, отбиваемся. Подожди. Он такой же, да? Вообще ничего не было. Не улучшено. Отлично. Патроны. Все собираем. Все нужно. Супер. Так, подожди. Не, все нормально. Артём, время на исходе. Тогда я же не спорю. Анька, что начинается-то? Подожди. Тревога. Ну вот, сучки, а маленькие. Да, ух, ё, погоди. Ну, это было неплохо. Хорошо, хорошо. А, так, значит, встаем за ящики и отстреливаем их оттуда. Получается, да, мы тут. В принципе, только тут. Но. Загрузка у нас прошла. Угу. Все, 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 нормально. Пусть подходит. Так, прострелы есть, отлично. Кого выключать? Я ни хрена не услышал. Так, отлично. Тихо, 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 тихо. Спокойно, держись.
Анька, Ничего себе. Ты как, живой? Да я-то живой, блин. Хера, видал? Подкатил прям. Элит просто вообще, ассасин. Киллер-мастер 2033. Так, подожди, куда? Куда нам нужно? Мы подбиваем. Блин, мне бы отхилиться на самом деле. Ну, давай, ладно. Давай, 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 без проблем. Вам слышно звук нормально? Ни игра, ни я не перекрикиваю, нормально все. Есть. Отлично. Все, погнали на поезд, конечно. Нормально, окей. Давай, давай, Анька, бегу. Аля, какая красавица. А иссекостная. Конечно, несем. Блин, главное, чтобы сейчас деда не убили, а? Подожди еще. О-о-о, это не есть гуд. Здрасте. Тупо здрасте. Машиниста? Я не понял, что значит в расход? Не лезь не в свое дело! Это ты не лезь! Сейчас полковник тебе все разъяснит! Князь? Товарищ полковник, тут такое... Папа! Ребята! Это мы! Помогите! Понял? Какого черта? Артем! Ребят, вы что тут делаете? Вот так добрый вечер! Полковник, это трибунал! Всем вам! Так, всем заткнуться! Невероятно! Невероятно! Черт! Так это правда? Ты на них работаешь? Они помолчи! Вот стреляли. Как вы Они... тут оказались? А, впрочем, не важно. Ты не представляешь, во что вы влезли. Теперь куда ни кинь, всюду клин. Ганза, этого так не осталось. Наблюдатели не позволят. Нет уж, я не замолчу! Зачем нужна эта глушилка? Блин. Почему они скрывают, что Москва не одна? Товарищ там, какая в котловане, люди из других городов. Кстати, заметил, да, то, что этот противогаз пробит? Все потом. Отец, что там по железной дороге впереди? До 101 километра дорога в норме. Безопасная стоянка недалеко найдется? Найдется, только торопиться нужно. Они крейсер вызывали. Значит так, мужики, Артём с Анькой моей сейчас такого наворотили. В Москву им сейчас возвращаться нельзя, а то по законам военного времени их... Ну, в общем, мне увезти их надо, пока все не уляжется. А вы оставайтесь. Что мы такого сделали? Слышь, майор, мои люди к недоразумению на глушилке отношения не имеют. Я ни хера не понял, но за ребят буду драться. Конечно, Артём, Аня, это же наши. Он своих не бросает. Если не верю, кто? Ладно, спартанцы, тогда этих за борт и полный вперед! Артём, пошли, люди, на свежий воздух. Пошли. Вот так ты... Спасибо ребятам, что поддержали. Это, и аккуратнее, ведь, противогаз пробит. Ничего не говорил. 20 лет мы сидели в метро, считая, что весь мир сгорел во время войны. А на самом деле Москву просто отгородили кольцом радиоглушилки. Тихо! Красота. Спокойно, спокойно. Спокойно. Анька. Артём, ты как себя там? Ты хорошо чувствуешь? С этой рации хватал рентгены. Отец просто врал. Врал тебе, мне, да всем вообще. Вот обычно, когда женщины вот так злятся, то есть ты, ну блин, они реально, они нахрен просто сходят с ума, ты, блин, должен просто подойти и поцеловать ее. Вот серьезно, это самое простое решение этих проблем всех. Немедленно остановите локомотив. Ганза?
офицер. Так. Ганзовцы? Интересно, кто? Мне кажется, все-таки ганзовцы. В противном случае будет открыт огонь на поражение! Вы уже его открыли, прикинь! О, сука, сколько же на нем брони навешано? А пулемет? Ну что, доволен? Ты этого добивался? Да. При чем тут он? Это ты все знаешь! Ранили. В руку. Но тормоза тут не к черту. Ермак, начинай. Да давай убьем их все, да и все. Я правильно решил тормозить. Сразу видно, разумный человек. Он только не уверен, я, блин, что мы сможем что-то сделать. Разве что всю втопку им засунуть. Давай, полковник, разрешите мне. А, ну конечно, блядь. Артём, естественно. Мне этот мельник уже реально не нравится. Вот вообще ни капельки. Так, мина. Мы просто отъехать решили от эмоций лишних, а вы сразу стрелять начали. Остановлюсь. Отпустишь? Я уполномочен задержать и передать органам, сам понимаешь. Это дезертирство. О, да, это я понимаю. Ты охренел, паскуда? Во, и сразу ему... Подожди, и ему сразу стало плохо, да? Ну да. Сейчас залипнем. Нормально. Я не знаю, как он меня сейчас не заметил. Ешка. Отлично. Я буду реально пытаться тут не убивать. Именно вот такие, в такие моменты. Спокойно, 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 ничего. Валерич, сдаюсь, сдаюсь. О! О, это тоже что-то новое. Не убивай. Не убиваю, братан. Вообще никак. Это тоже, кстати, что-то новое. Отлично. Вот это они хорошо продумали. Так, а можно противогаз как-нибудь это... Поменять маску, не? Сообщение удалено. Угу, я понял. Приближается! 13-е, быть на чеку! Здрасте. Я понял. Я просто понял. Хорошо. Ладно. Я думал, тут будет немного попроще. Так, а где он там говорил? Не-не-не, подожди. Одень. На С, да, у нас там, по-моему, было? Нож. В принципе, давай... Да, вот так вот сделаем. Вот и как они узнали? Я кинул туда, в ту сторону. Как? А? Тормозим, парня. Ну, сука! Ну все, теперь ты доигрался! Тихо. Опа! Аля, ящики простреливают. Как собак бегает! Ага. Да. Огонь! 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 Огонь
Так, все нормально. Так, давай. Да подожди, возьми. Серьезно? Да. Когда тупо стреляешь в голову и не можешь попасть. Неплохо. Хорошо. Блин, нормала, блин, и все равно тяжеловато. Лично тебя пристрелю. Да, 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 да. В рожу твою. Ага. Скотина хромая. Отставить парень. Пытаюсь. А вот нехрен было скрывать от нас все это. А то все Тёма да Тёма, блин. Сам-то как будто вообще не виноват. Блин, патрон не так много. Окей. Спокойно. Да в смысле? Эй! Сучка. Товарищ милиционер, а по этой улице ходить не опасно? Было бы опасно, хуй бы я здесь стоял, блин. Не стреляй, не стреляй, братан. Уходи. Ран, Вась, ран. Ну давай, 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 давай. Стоп, кран, отлично, хорош. Давайте, мужики, догоняйте. Хорош. Держись, держись, Тёма. Держись! Давай, 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 давай. Хорош. Все? Что-то как-то близко, не? По-моему, ты зря это сделал. Нет, смотри-ка, проехали. Да я вообще, походу, неубиваемый. Хотя я там сдох дважды. Трижды. Поздравляю, теперь мы не просто... Пошел нахрен. А самые настоящие вражеские диверсанты получаемся. Мельник, хорош сныть, ну серьезно. Ты, блин, все это скрывал, и типа мы еще виноваты. Мы стоим сотни километров от Москвы. Стоим и проверяем дозиметры. Потому что все они показывают почти нормальный фон. Угу. Будто сговорились. Но эта потрясающая новость никого особо не радует. Ребята не понимают, что делать дальше. А лично я жду ответов на вопросы. И надеюсь, что командир, которому я до сих пор доверял безоговорочно, будет очень убедителен в этих ответах. Хорошо. Давай посмотрим, на что... Что он на это все ответит? Что приуныли? Мы сейчас на развилке. Все недоумевают, куда дальше, вперед или назад, налево или направо. Да. Главное, что не назад. Я от тебя и ожидал, но суть передана верно. Что, твой счетчик тоже в норме? Точно перепроверили? Да, точно. Фон в норме. И у Степана тоже норма на дозиметре. Можно дышать без масок. Серьезно? Так, значит, не врали. Кто? Кто не врал? Почему американцы? Ты молчишь? Что это за люди пытались нас убить? Почему они стреляли в тебя? Ты же глава ордена. Объясни, наконец, хоть что-нибудь. Хорошо. Начну с главного. Война не окончена. То есть, как это не окончено? А, не перебивай. 20 лет война. Большая часть городов уничтожена. Так. Уцелевшая часть страны, вероятно, оккупирована противником. Чтобы избежать нового удара, командование приняло единственно возможное решение – не подавать признаков жизни. Пипец. Для обеспечения маскировки был разработан план «Щит» – сеть станций радиоподавления.
покрывающее территорию Москвы. Чтобы всякие радиолюбители своим нытьем в эфире не навлекли на нас новые боеголовки. Охренеть. Станция была отключена героическими усилиями здесь присутствующих. А раньше сказать было нельзя, когда Артём с рацией ходил за своими рентгенами и... То есть ты представляешь? Больше 20 лет они сидели под землей только из-за того, что их обманывали. Под грифом... Ну и из-за войны в целом, но блин. Ребятам врал, что метеостанцию охраняем. Охренеть. Святослав Константинович, если нельзя назад, как насчет вперед? Есть мысль, но... Артем, чем молча глазами сверкать? Проверь лучше эфир на длинных волнах. Из зоны действия глушилок мы уже, наверное, выехали. Так что постарайся. Ищи позывной «Ковчег». Ну ладно. Теперь почему в глазах командования мы предатели? Вывели из строя глушилку, расстреляли охрану, уничтожили патрульный бронепоезд и удрали из Москвы. Тут и трибунал не нужен. Дороги домой нам нет. А раз так, надо двигаться вперед. Подожди, ковчег? Командование обороны Москвы слышало про невидимых наблюдателей. Слышал, но это же просто сказки. Нет. Не сказки. Это они и есть. Ну вот же, нет, это радио. Они Москву защищают, а не свои задницы. И что за ковчег? Блин, хорошо, давай дальше листать, хорошо. Все узнаешь. А если нет, то и говорить не о чем. Тихо, подожди. Нет, если есть идеи, что делать, милости прошу. Да, есть. Можете заткнуться, пожалуйста, на секунду? О! Врагу всех сдать. О! Ну-ка, ну-ка, это что? Всем, кто слышит это сообщение, всем, кто хранит... Всем слушать. Объявляется общий сбор. Точка сбора. Код 1811-79. Квадрат 18-5. Повторяю. Так, объявляется где там номер общий сбор. Точка сбора. Код 1811-79. Ага, да, ясно. Маршрут... А, слушай, точно, он же в прошлой части ног лишился. Я только сейчас что-то заметил. Думаю, блин, странно. Как ноги. Целый подземный город, огромные запасы, техника, лучшие специалисты. Это ставка верховного главнокомандующего. Там все руководство страны, и они начали возрождать страну. Мы расскажем им, что Москва жива, что все было не напрасно. И все изменится, все, вы понимаете это? Начинается новая жизнь для всех выживших. А с женщинами там, кстати, как ситуация? Орлы, ну, раз такой случай, Дамир, доставай. Что доставай, товарищ полковник? А что у тебя вечно во фляге булькает? Что, думал, не знаю? А, это я мигом, это я не поверил сначала. Но до Урала путь не близкий. Давайте, что ли, обустраиваться как-то. Ну, давай. Название этой развалине дадим. Ну что, давно пора. Спартак? Анютины глазки. Серьезно? О, а вот, кстати, Вильзевул неплохо. Да ну! А как насчет Авроры? Богиня утренней зари и крейсер... ну, сами знаете, чего. Неплохо. Другое дело. Неплохо. Мне нравится. Да. Красивое имя. Согласен. Вообще норм. Но крейсер чего? А, потом расскажу. Значит, и решил. Крейсер Аврора. А, тогда за Аврору! Нет, Анютины глазки, блядь. О, нормально. Давай на карту-то посмотрим. Ну, отметили их. Так, ты это, тихо там со своей картой, а то я знаю я твою карту, блин. Покажешь, да не карту. Ничего себе, маршрут.
Сколько же нам туда ехать? Да я вообще в шоке. Москва, чистый воздух, ковчег. Ждала такого стрелу в сердце, а получил от небритого мужика пулю, но мимо. Ты точно в порядке? Я тебя знаю. Ну давай. О, перекурим, давай. Оля, какая папироска. Да, я тебя не останавливал, когда ты лазал наверх. Нет. Да, отговаривал. Да, и говорил, что мы не единственные, кто выжил. Но у меня самого, у меня допуска не было. Это государственная тайна, ясно тебе? Мне только после нашей обороны Д-6 допуск дали. Сказали, будешь наших обучать. Потому что война продолжается. Что думаешь, я сам не охренел? За что тогда наши парни в Д-6 полегли, а? Ноги свои за что я отдал? Но я понял, потому что война, потому что секретность. И парни наши бы поняли. И ты пойми. Что, неужели ты не разболтал бы всем и каждому в метро? Ты ж, блях, Прометей, тебе люди ущерб. Надо вывести непременно. Романтик, ты хренов. Думаешь, ты бы кого-нибудь спас? Что вы с глушилкой натворили? Сейчас, может, Москву раскрыть? Так, блин, если бы я знал про глушилку, я бы этого не делал, ну. Вот тоже, блин, логика. Я, блин, про нее не знал? Какая-то хрень стоит. Причем даже не я ее расстрелял, понимаешь, в чем прикол? Но если есть хоть малейший шанс получить прощение, я его заработаю. Это прямой намек на ОН? Или что там? Значит, нам, как споткнувшемуся, на ОМ. Просто, чтобы не упасть, ну да. Надо бежать еще скорее. И не дай бог тебе еще раз поставить нам всем подножку. Слышь, блять, подножка, я тебе сейчас вот эту сигарету в глаз воткну, понял? Надеюсь, подножка, вон свои подножки. Все, оставил, да, свои подножки. Штиха! Понял, да? Пошел в сраку. Буду курить. Все. Эх, шарик, и я, как и ты, был на цепи. Шарик. Что смотришь? Ой, ладно, все. Хватит, все. Ну ладно, ладно. Ой. У-у-у. Аля, может, такую же подцепишь? Тут важно не числом, а умением. О, она знаешь, как умеет? Ой, тебе лучше не знать. Я, блин, в Ласлайте охранял, как она умеет. Так, что у нас тут? Патроны, оружие. Окей. Здорово. Ну что, Артём? Чё? Ты перед полковником цель поставил. Ну как цель? Мы все помним, как ты в Д-6 дрался. Так. Так что не важно, что впереди, поддержим. Не хорошо. Занимайся. Окей. А, я вот тут инвентаризацию затеял. Угу. А, теснота ведь. Ну да. Я тут вроде стола что-то сообразить думаю. Чтобы инструмент какой найдется, тоже тут пристроить. Будет все под рукой. А то закатится какая пружинка. Ищи ее потом. Угу. Да, это так правильно. Оружие разбирать, собирать, смазывать здесь будем. Чтобы под руку о! Никто не подбивал, но не топтался тоже. Главное не забыть. По очереди, правда, придется. Да ничего, разберемся. Ну да. Так что, если да, ты блин. Полок приноси, я проверю, переберу. О! Починю, если надо. Ага. В общем, назад хорошо. Получишь в лучшем виде. Понял. Сколько я этих автоматов перебрал. И заводские, и самодельные. Такие конструкции попадались, обалдеть просто. Так что, если чего по оружейному делу, вопросы какие, не стесняйся. Это что, будет говорить? Артём, привет. Привет. О, можем ему помочь, окей. Сейчас, подожди. Да, помогу. Ты, кстати, подменить меня пришел? Ну, а почему нет? Ну давай. Аля, интерактивней. Усюка. Интерактивчик. Погнали.
больше огня! У, сука! Да нормально. Я тут только что, блин, поезд взорвал. А теперь горбачусь. Может, интересно, что расскажет. Походу, все, да, наговорился. О! А, нет, показалось, я думал, типа, все. Ну, хорош. Погнали. Да ладно, давай дальше. Давай, удачи. Погнали тогда сейчас картинку эту глянем, да? Я так понимаю, сюжетное продолжение у нас по ней. Так, что у нас тут? Москва, ковчег, правительство. Ага. Ёпт, это что такое было? Угу. Эй, о, нормально. После долгих лет в подземелье, воздух поверхности казался нам невыразимо свежим, пьянил. Но эйфория, в которой пребывал экипаж, объяснялась не этим. У нашего путешествия появилась настоящая цель. Ее дал нам сигнал из правительственного бункера на Урале. 20 лет мы считали, что нет больше ни правительства, ни президента, да, хорошо, ни армейского командования. Оказывается, все они спаслись. Только где они были? Ямантау. Пока мы ждали друг друга в подземельях метро. Когда доберемся до Ямантау, мы обязательно спросим об этом. Хорошо. Только доберемся ли? Доберемся. То, что когда-то было нашей страной, теперь, по словам Мельника, захвачено врагом. И нам придется прорваться с боем. Маленький отряд против оккупационных армий. Ой, да ладно, уже не раз справлялись. Ответ. Нормально у нас шанс. Все, погнали. Хорош тут тоже. Слюни распускать. Не, красота, конечно, просто неописуемая. Ничего не застудил? Держи. Не боись, для тебя разморожу, даже если застужу. Как думаешь, каковы наши шансы добраться до Ямантау? Подожди. Отец только и думает об этом. Ах ты, сука, ладно. Как заслужить прощение, вернуться в метро и зажить своей прежней жизнью? Той жизнью, от которой ты всегда бежал. А я тебе не верила. А сейчас вот смотрю на туман и думаю, что за ним наша новая жизнь. Ну, а почему нет? Мы, кстати, скоро уже будем подъезжать к мосту. Ух ты! Костер! Подожди! Люди! Там люди! Тормозите! Угу. Огневой контакт! Вот, нет, вот чуть-чуть. Четверо, дрезина. Вот так. А, сейчас, подожди. Режим камеры. Угу. Скрыть интерфейс. Отлично. Эля! Что можно делать? О, кстати, на тему можно посмотреть. Слушай, я что-то думала, какой-то другой будет тема наш. Получается, мы за такого старика играем? Жесть. Ну как старика? Ему сколько? Лет 35-40 примерно. Давай вот так-то, да? Заскриним, типа. А почему нет? Эля какой. Красавчик. Все, нормально. Всем рубку. Общий сбор. Погнали, погнали. Рубку, все. Да я вообще... Один цилиндр накрылся. Насколько все плохо? Цилиндр накрылся, хорошо. Нет, приехали! Проклятие! Черт. Мой блокпост чей-то в тумане не заметили. Кто охранял? Форма чья? Ничья. Они в ватниках.
А, подожди. Старичье. Это их внешний периметр могут для Москвы. Подожди, это не Артём был? Стоп. Вот сейчас подожди. А кто что? А, то есть Артёма мы не видим. Ах вы сюки, а? А я думаю, это Артём. У сюки. Обманули. Гады. Ну ладно. Гарантии нет. Но вообще странно, что не раньше. Так, часовые эти на дрезине чешут к Москве. Обманули, гады. А вот тут, похоже, гражданские. Деревня и церковь на воде. Нужны данные. Артём, я тебе на карте. Опять Артём, отстань от Артёма. Туда. Узнай, что у них на мосту. Если получится языка взять, ещё лучше. Аня, прикройся. Кого взять? Есть. Может, я с Артёмом? Как усиление? Нет. Пока в ситуации не разберёмся от Авроры ни на шаг. А они в паре уже работали. Справятся. Ермак, пошли, когда Артём. Сможешь починить Аврору? Погнали. Пошли, пошли, Анька. В поле вещь незаменимая. Окей. Инструкция внутри. Хорошо, понял. Да, материалы уж извини. Сам собирай. А, ну то есть, да, вот как обычно, типа, этот Far Cry 3 тоже и так далее, тому подобное. Типа, собирать шкуры и все такое, чтобы улучшать. Из говна и полок. О, неплохо. Не очень-то они были на солдат похожи, а? На регулярную армию. Деды какие-то. Осторожно там. Да блин, попытаюсь. Большая часть страны или уничтожена врагом, или оккупирована. Ага. Поэтому я уже убежал, все. Пошел оккупировать. Ясно. Тут у нас ничего интересного. Вообще жесть. Есть у нас что-нибудь интересное? Сейчас тупо, знаешь, такой херак, попадаешь в аномалию, к game over. Интересно. Да в смысле? Подожди, ну блин, ну... Идти на задание? Серьезно? То есть даже не осмотревшись? Ну такое, ну Ань. Блин. О! Монстрики. Ёб твою мать, раз, два, ага. Ты кто такой? Водище кто-то ползает. Нет, смотри-ка, хватило одного выстрела. Неплохо. Еще один. Ага. Нормально. Так, здравствуйте. Подожди, там же еще справа один был. Не вижу. Но слышу. Допустим. Близко где-то. Нанюх, нанюх. Спокойно. Смотри-ка, гнездышки, прикинь, себе устроили тут. Так, стоять. Я нахрен к воде я не полезу, что-то пока нет у меня хороших предчувствий насчет воды. Сейчас по-любому вылезет какая-нибудь хреновина и все, и гг. Так, ну чё, пойдем тогда уже, да? Туда или все-таки побегаем, осмотримся тихонечко. Ага. Хорошо.
Хорошо. Там у нас что-то, поезд. Так, ну погнали по болотам. Угу. Сохранить игру, давай, без проблем. Быстрое сохранение. Тут кто-то есть. Ну, заберись. А, Тёма. Расстраиваешь. Тихо там. Подожди. Ага. Сам по себе так фонарик, да? Тускло светит. Хорошо, допустим. Так, вроде все спокойно. Ну, допустим, ладно. Хорошо. Угу. Записок никаких нет. Мя, вообще ничего. Просто пустой дом. Ладно. Так, спокойно. Свои зеленые. Окей. Ну наконец-то. Ага, Анька. Тут на пристани лодка. Местные, судя по всему, по воде передвигаются. Угу. Так что я полезла на. Подожди, подожди, подожди. Так. Подожди, что такое? Удачи. Кого? Всякие химикаты, чего? А поподробнее об этом можно рассказать? Ну так. Как бы ни на что не намекаю, но чтобы разбираться хотя бы как-то. Подожди. Ага. Хорошо. Сейчас, блин, реально надо... Оп! Тю! Ля какой! Дожди. Здрасте. Угу. Хорошо. Снимем модификацию без проблем. Так. Угу. А можно на этот пистолет как-нибудь одеть? Блин, вот интересно. Подожди. Артём, я наверху. Позиция отличная. Всё как положено. Нет. Нет. Кого? Бинокль. Карта. Нет, это все не то. Подожди, а как инвентарь открывать? Или тут типа нет такого? Блин, логично, наверное, то, что нет. Ладно. Ага, тем хуже его характеристики. Окей. Так, в любом верстаке вы можете его привести в порядок. Хорошо. Поехали. Чё? Чувствую, не раз я буду на этой лодке кататься. Вообще. Не именно на этой, вообще. Ну, кыш. Так, чё, да куда нам? К церкви, к этой? Окей. Похоже, тебя заметили. Артём, ну, похоже, смотри, да. Угу. В церкви вижу народ, но охраны нет, похоже, мирные. Пожалуй, лучше подойти, не скрываясь. Давай. Хорошо. Только первыми стрелять не будем, ладно? Окей. Мир тебе, добрый человек. Святой отец Санти как раз начал проповедь. Заходи в храм, приобщись к свету истины. Только оружие не доставай. Народ у нас мирный. Церковь царя Ладиного. Хорошо. Добро пожаловать. Блин, ну лодку, конечно, управление с лодкой, они тут накосячили довольно сильно. Управляется она не прям шикарно.
Нет. Мы злые. Хорошо. Ч-ч-ч. Опа. Хорошо. Так, как там убрать оружие? Окей. Все, спокойно. Запер. Держит. Да, мостовики говорить с еретиками не станут. А я все-все расскажу. Уж насмотрелась за год-то. Ох, техноборцы! Подручные Силантивы явились. Он их, как и здешних, окрутил, только эти с ружьями. Уходите! Тут спуск есть, а на пристани лодка стоит. И у нас есть, только маленькая. Артем, она села говорит, уходи к лодке. Женщине позже поможем, не переживай. Сорян, Ань. Ну так я просто не уйду отсюда. Блин. А я как назло... блин, взял и выкинул пистолет с этим... с глушителем. Так, ну допустим. Эль. Угу. Давай, хорошо. Ну что, братья, нашли еретика? До свидания. Так, а что у вас тут есть? В смысле, вообще ничего нет? Серьезно? Ты с голыми руками стоял, хочешь сказать? Чё-то не верится. До свидания. Так, о, ружбаечка. Блин, подожди, стоп. А нахрен мне тогда это? Так, это у нас дробь, хорошо. Калашек. Так, давай, наверное, верну этот пистолет, да? ППшечку даже. Это забер... Хотя, подожди. Тут... Ладно, похрен. Все, ребят, спокойно. Сейчас все будет. Сейчас по-тихому все сделаем. По крайней мере, попытаемся. Так, она говорит уходи, да, отсюда? Давай сейчас... Тогда смотрим сам по разным сторонам, да? Угу. Спокойно. Так, один. Ой, дети мои. Нет, тут никого, дети мои. Вот тут делаем вот так. Так, один, второй, блин, там палят. Блин, не знаю, спалят, не спалят. Спокойно. Давай как-нибудь вот. Подожди, банки есть? Серьезно, банок нет? Твою мать.
Хорошо. Допустим, давай вот так. Обратно вернем. Так, получается, мне нужен тут верстак, да? Это для полного комфорта. Как-нибудь бы, чтоб второй не заметил обойти. О, господи. Нашли? Или мне братья самому искать? Сам поищи, дружище. Нет, я только крысу дохлую нашел. Раз. Ищите. Ага, никого, окей. Вообще еретик. Значит, видели? Двое. На двоих не пойду. Спокойно. Один. Ага. Второй. Ничего там не было в проходе. Спокойно, спокойно. Блин, они этих спалили, которых я оглушил, окей. Допустим. Так. Хорошо. Ага. А то вообще выход есть, не? Еретик поганый. Покайся. Не буду. Блин. Спалят, не спалят? А, погнали, похрен. Это я, да, это я умею. Это я могу. Блин, ну я пытался по-тихому, ладно. О! Сдается, так, хорошо. Давай, давай, вниз. Оружие. Конечно. Нет, не вижу. Сейчас подойду, посмотрю. Все, молодец. Оружие. Давай вот так, тут тихо. Все, спокойно. Я их не убиваю, пусть они живут дальше. Как бы, мне без разницы. Так, хорошо. Угу. Эй, про тебя говорят, что дьяволу поклоняешься. Правда? Вообще, да. Меня научишь? О, понятно. Я стал бы учеником. Я бы прилежным учеником был бы. Научи меня. Окошки закрыты. Расстегивай. Расстегивай, расстегивай. Ай, все. Кого я там не защитил? Кого я жив остался? Эй, что началось? Что у вас там, ребенок ноет? Эй. Не понял, это что за звук был? Ой, да что ж это такое делается? Ой, плохо мне. Ой, батюшки. О, грибов наелось, блин. Ну, за грехи нам это наше. Да, 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 да. Да, мать, все за грехи. А, лё какие, тю, милота, клолик, как там говорили, пухлый клолик, пухлый клолик, швинка,
А тут... Что-то мне... Не понимаю. То ли кажется, то ли типа... Звук лагает, не? Вот-вот именно вот тут. Странно как-то. Ладно. Астральник, окей. Подожди, а где был верстак? А можно верстак? Ага, наверх. Хорошо. Так. Запертано. Хорошо. Тоже заперто. Так, окей. С другой стороны. А. Мне повезло. Что ты будешь делать? Что? Я же тебя уже пощадил. Жизнь. О. Кстати, смотри. Что есть, да? Рыбка. Ага. Так, ну давай. Спокойно, спокойно, мужик. Я тебе жизнь оставил. Просто на всякий случай, знаешь, чтобы это не было потом ничего такого. Так, ладочку давай опустим. Стоп, как бы, если что, ага. Так, маркер на карте, хорошо. Типа как командный пункт или что? Не совсем понимаю, ну ладно. Так, как бы туда попасть к ним? Кого? Дед, ты там это, поспокойнее. Так, вот это вот я заберу. Ага. И вот это вот я заберу. Спасибо. Ну, как бы, знаешь, лишние модификации понадобятся. Так, калаши, хорошо. У нас есть что-нибудь? Отлично. Очишуенно просто. Погнали. Так, наверху. Может, сейчас к этим надо... К женщине с дочкой. Кого? Мне бы он туда он наверх попасть, на самом деле. Ну ладно. Так, подожди, а где женщина уже? Пропал куда-то. Допустим, ладно. Надо к этому отцу попасть, блин. Чё он там? Замутки мутит. Можно как-нибудь? Угу, славится рыба, да. Сейчас он так прославится. Охренеешь. Блин, как бы к ним попасть? Слушай, подожди. Угу. Хорошо, а по заметкам вообще что нужно делать? Да по заметкам. Во. А, так, выбраться из церкви на лодке. Ага. То есть помогать мы им не будем, да? Хм, ладно. А, вон еще, блин, один. Я думаю, кто там говорит? Сейчас, мужик, сейчас я подойду. Славится рыба, ага. В принципе, можно спрыгнуть, ладно. Так, вот тут он где-то сидит, вот. Все спокойно. Ага. Детальки давай заберем. Проходик у нас есть. И выход на улицу, да? Нет, не на улицу. Окей.
Так, ну чё, поехали тогда отсюда. В принципе. Шпандорик, здрасте. Так, а куда нам ехать-то, блин? Где Анька вообще? Ну, тихо там. Ты как, цел? Жаль, да цел. Что ты с крови уйти не вышла. Теперь ну... они еще сильнее нас возненавидят. Ладно. Артем, я встретила Катю и Настю. Кого? Увидимся на Авроре. А, это ты мелкий, я понял. Тебе туда, похоже, сейчас будет проще доплыть, чем пешком. Почему? Слышь? Нахрен пошел? Ну креветка, прикинь. Нахрен, говорю, пошли. Похренели, блин. Вообще попутали. Че, доплыву я, плыву. Так. Тихо там. Ёб твою мать. Так вот что за царь рыба. Угу. Тихо. Хорош. Нормально. Это, бля, что было? Кит? Да я сам охренел. Ух и здоровый, сволочь! Вообще ужас. Меня вообще старик в дозор отправил. Говорит, сиди тихо, приключений на жопу себе не ищи, ага. Без крайней необходимости не вмешивайся. Вот я за тобой смотрел. Да. Я заметил. С оккупантами, я так понял, ты по-тихому управился. Ну... И крестным знаменем? Аня уже рассказала про сектантов. Угу. А может, поменяемся с тобой, а? Да не, лучше не стоит. В Москву, не сделав ни одного выстрела. Я девчонку там у барыги одного отбить пытался. Сделай фотку. Почему, если не селух? Давай, да, почему нет? Блин, сейчас, подожди. Давай даже вот так тут сделаем. Глубина резкости, окей. Короче, ладно, сейчас, подожди. Тут вот так. Блин, сейчас не нравится то, что у него лицо размытое. Даже, наверное, как-то вот так. Ух, ёп, не. Хорош, тут не надо ничего. Вниз поворот, окей. Ага. Скрыть интерфейс. Сейчас, подожди. Блин, ну вот реально, он тупо смазан. Ладно, похрен, давай вот так тут. И вот так-то, да? Или как-нибудь... Вот как-нибудь вот так. Даже можно что-то типа вот этого. Примерно. Сейчас. О. Нормально. Какая-нибудь. Так всегда другим. Вот Мельник на тебя гонит, а все самые горячие дела тебе. Тогда? Не знает, любит так или сосвету сжить хочет. Я просто его дочку это, ну, вообще, вот ты понял. Конечно, это нечестно. Выдернули меня из Москвы и что? Сначала уголь в топку кидай, теперь в болоте сиди и в бинокль гляди. Можешь не глядеть. Хотя тут есть возможности сувениров домой привезти. Глянь-ка, там самолет валяется. Где? Мне только оставь нам чего на память, а то мне тут сидеть еще. О, ля, самолет. Да. Твою мать, испугали! Думаю, все, пиздец. Сейчас будет жопа. Это кролики. Так, тихо. А вот это не кролики. Тихо там. Усюка, напугали, а.
Так, ну чё, ребят, чё по сувенирам? Угу. Хорошо. Ч. Слышал? Опа. А кто это у нас тут такой? А кто это у нас тут такой маленький, да? Серьезно? Изи. Это что такое? Модификатор для снаряжения. Ага. Хорошо. Так, давай послушаем. Наверное. 10 лет прошло, но может живо еще. Ладно. Будем обживаться тут, раз уж живы остались. На мосту вроде место неплохое, хоть не затопит. А там, может, по железке рванем, в общем. Посмотрим. Все, да? Хорошо. Да, вот тут вот я тоже, наверное, пожалуй, сделаю фотку. Потому что, не знаю, как-то вот, мне нравятся вот такие именно. А там, подожди, там как? R. А, вот режим камеры. RF, окей. Вот как-нибудь. Давай даже, знаешь, как-нибудь. А, то есть. Хорошо, давай тогда. Даже не знаю, как-нибудь. Вот так, нет. Так что ли? Ну, допустим, ладно. Все, нормально. Погнали. Думаю, тут, в принципе, больше делать нечего. Так, хорошо. Опа, стоит. Угу. Так, хорошо. Теперь хоть есть оптика. Угу. Нормально. Так. А, подожди, это у нас... С паровоза там обстреливают? Я что-то не понял. Пошли посмотрим. Я просто понять не могу, кто стреляет. А, ну это наш с поезда. По демонам открыли огонь, окей. Здоровый, ущука гада. Так, сейчас давай попробуем поговорить с тем этим. Приколистом. Ну, графон с БС, да, графон прям годный. Мне нравится. Так. Он же тут должен быть где-то, не? Он же ушел. Усюка, гад. Бля, я думал, кто-то в капюшоне стоит, прикинь. Охренеть. Кстати, а что у нас по времени? Сейчас, подожди. Отдохни, отдохни. Что у нас по времени? 10 часов. Да, в принципе, я на этом сейчас закончу серию, да? Вот. Сейчас паузу сделаем, минут 5-10. И еще одну запишем. А? Как тебе такой вариант? Да, пожалуй, так и сделаем. Все. Ладно, ребятки. Сейчас, короче, это. Стрима далеко не расходитесь. Вот. Ну а тем, кто будет это смотреть повторы, всем спасибо. Комментируйте, ставьте лайки. Ну а с вами был Нелапсе. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.